Московская область стала лидером по приросту рождаемости в стране. К декабрю 2020 года в регионе появилось на свет уже более 72 тысяч малышей. В Подмосковье работают современные высокотехнологичные перинатальные центры с квалифицированными врачами. Одинцовский родильный дом обслуживает жительниц муниципалитета по программе ОМС бесплатно и предоставляет медицинские услуги всем желающим по программе ДМС. Для комфортного пребывания и родов здесь есть все необходимое. Квалифицированные врачи готовы проконсультировать пациенток по всем вопросам и помочь вашим малышам появиться на свет.